Отлично. Ого. Все, они весь используют секретное оружие. Ребята, это реально угар. Стоп, я вижу, он тушит. На. Hey, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Чебузаврик, Пика, Васаби, Секрет, Танчик, Сайбер. Пацаны, поздоровайтесь! Всем привет! Всем понравился ролик, когда мы воюем или убегаем от SCP. Поэтому у нас сегодня война с монстрами SCP. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Печенька, например! Так, я не моргаю! Ой! Ой-ой-ой! Да хорош своими бомбами, вы чё? Васаби был вес? А печенька убивает? Ай, печенька убивает. Так, давайте еще добавим. Давайте поставим старика. А чё они стоят? Деда, старика. Внимание. Они просто... Ходит. Меньше бомб, правильно. Так, оружие обязательно берем. У нас что есть? Опа, эмочка. Мне она нравится. Пацаны, осторожно. Дед активировался. Начинает всех забирать с собой. Что вы чудите? Вы психи. А вот эти большие бегают скромники, да, кабаны? Нет, они вообще не бегают. Они просто... И вот это тоже стоит? Попробую их шокером думать. Давайте проверим, бегает! Да ж ты меня обманул, он бегает! А, не забавились. Сейчас, ребятушки, я понял, какие бегают. Сейчас мы все сделаем. Так. Я иду прячусь. Вот этих ставим. Они бегают. Ой-ой-ой, да надо. Не бойтесь, пацаны, я так 100 раз сделал. Спрыгиваем. Да вы задрали своими бомбами, я их уже боюсь. Ты хоть говори, где ты минируешь, я буду убегать. Я минирую. Побежал, смотрите. Одного загасил. Вот это сейчас будет мясо. За мной. А я спрятался. Молодец, крыса. АВП, тысячу лет не брал АВП. Ой. Бомба. Ай, да блин, он на меня напрыгнул прям. Так, осторожно, пацаны, осторожно. Ой, здорово. Ай, да что ты? Да вы психи какие-то. Дайте я заминирую. Ребята, если вы хотите с нами записывать, а так веселиться, как вы сейчас, обязательно заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. О, я буду смоками кидаться, чтобы вы ничего не видели. На, понюхай. Знаешь, что я заметил, какого оружия нету тут? Какого? Тут нет пулеметов. Ничего страшного, мы их добавим, это не проблема. Давайте побежали на пробежку. Да блин, что вы отказались? Пацаны, я тут специально вам закидаю смоками, чтобы вы ничего не видели. Эй, ты! Дима, это же хуняка. Блин, давайте на пробежку. Ай-яй-яй. Вот это мы устроили в канале здесь. О, обманочка. Ай, он рвет. Вот это он псих. Не, ну скромники вообще, да какие-то нет. Ой, пока он там лап. А, я его в лицо запомнил. Вообще у них жизнь не тратится или нет? Да, тратится. Электрошок. Предлагаю другое оружие использовать. Предлагаю? Не, это будет читерское, нечестно тогда. Давайте брать бомбы C4 вот эти вот. Под мультиплеер. Нет, пацаны, мы тогда будем просто умирать постоянно. У нас нет, шансов который... нет. Есть шансы, просто надо попадать в голову. Сейчас мы худ включим, ребятушки, потому что реально из-за худа я не вижу ничего. Оп, я вижу. Я знаю, какую штуку можно. О, теперь я вижу. Я знаю. Да что ж ты под патроны подлазишь? А! Да блин! Он машину ударил, и она исчезла. Короче, Дима, надо брать вот эти штуки, которые шарики. Вот они очень много сносят. Увидишь, я даже вижу. О, горит, все горит. Так. Убили!
да. Я уже несколько раз. А как вы их убиваете? А вот этими шариками. АР-2 шариками. АР-2 шары, я понял. Вы говорите, не убиваются. Они сжигаются просто. Они, короче, убивают, когда они вообще почернели еще. А пару пули и все. Хорошо, хорошо, наваливаем, смотрите. Ай-яй-яй-яй-яй, пацаны, friendly fire. Ой. Сейчас, ребята, будет жестче волна, когда мы всех убьем, будет вообще сильная волна. Всех убили? Дима, ему плохо, Дима. Убили, хорошо. Ему хорошо, поверь. Давай, ну что, вы готовы? Ой, сейчас будет вообще жесть. Вам уже ничего не поможет здесь, конечно. Сейчас мы сделаем, пацанам веселье. Дима, гитарную жутку можно? А, все черное, я ничего не вижу. Все, пацаны, давайте. Пока. Да блин, я ничего не вижу. Минус одна, минус вторая, иди. Вы чем их гасите? АР-2-шечками, да? Ух, хорош, хорош. Ой-ой-ой-ой-ой, что мы делаем? Мне же вообще какашки. Ого! О! Нифига себе, сколько вы их убили! Ай, дайте я поубиваю. Дай еще один. Это шары R2 вообще их мочат сильно, да, прям, пацаны? Я минирую. Вы что делаете? Ой, они падают так прикольно, как статуи обычно стоят. Ой-ой-ой, мега взрыв. Так, надо свалить, надо свалить. Сколько игрушек для меня. Вот это мы делаем вообще в Акханале. Так, я понял, что мы их тоже всех убили, да? Или еще нет? Дима, стой, смотри, сколько игрушек. Вот это тут все горит. Хорошо, следующая волна, пацаны, будет еще жестче только. Так, игрушки. О, давайте вот этих скромников поставим. Это совсем другие. Где? Где? Они какие-то балбесы. Ой, я не знаю. Вот это мы любим повеселиться в Гаррисфоне. Зебр, ты балбес. Так. Чего будем использовать? Давайте вот этого. Посмотрим, сколько у них... Ой, а у них жизни очень много. Прям очень. Добиваем, добиваем. Я знаю, можно... Притирку, все обойму. А у них жизни, кстати, тратятся. Электрошок. Ого, электрошок хорошо отнимает у них, кстати, с CSGO. Дима, Дима, аккуратно. Сейчас будет бомба. Надо валить. Блин. Ай, не успел. Вот это пацаны там зачистку устроили. Вот это ого, они вообще прыгнул. Мясо устраивают. Опять всех убили? Ого, ого, побежал, побежал. Исчез в воздухе просто. Ой, извини, пожалуйста, обстоятельства. Ого, там внутри порядки понаводили, пацаны, молодцы. Где игрушки? Куда? Всех опять? Да вы чего? Так, пацаны, надо что-то пожестче. Я знаю, что надо сделать. Теперь я сейчас поставлю таких челиков, которые вы не сможете убивать своими вонючими шарами. Ну, можно сюда поставить. Не такие они уже вонючие. Это черные люди. Ой, надо удалить чуть-чуть. Ого, у меня дамажит сразу. Ай. Ой. Ты чё? Я не успеваю появляться. А где, куда они? Они подарки пинают, прикиньте. Смотрите, вот это косяк. Ой. А, он меня не убивает. Убивает, убивает. Ай-яй-яй. Исчез. Надо бежать, надо постоянно бежать. Зачищаем комп. А, их шары убивают, да? Да. Ай-яй-яй-яй-яй, зателепортировались просто в ноги. Ер, тут они достанут меня? Нет, не достают. Слишком много. Да не, немного их поставил, штук 40. Привет, мои черные друзья. Как ваши дела? Я вас верю, пацаны, я вас верю. Опять меня задамажу, это челепиздник. Отвалите, мужики, отвалите. Дим, давай мы их танком. Ой. Ай-яй-яй. Я люблю такую вакханалию. Становись на сторону джедая. Все горит. Опять уничтожили всех? Да. Хорошо. Ого. Так, давайте, ребятушки, поставим. Какие у нас есть монстры? Вот такие монстры есть. Погнали.
Сейчас мы карту очистим, потому что что-то совсем здесь в порядке. Ого, даже карта не очищается. Мы столько всего здесь наделали. Ася, это чисточка? Вот это жесть. Угу. Готовы? Ой, это крокодилы. Да, это крокодайлусы, пацаны. Ой, крокодилы, это мои домашние питомцы. Опять вы со своими собаками. Я люблю этих крокодайлусов. Саби, помнишь, как ты собаку на прогиб? А чё они нас не убивают? А, убивают. Они же вообще молодцы. Ай-яй-яй, кусает за жопу. Вы чё, активировались? Точно, все уже бегают. Ого, ой, их тут надо валить. Ай. Мои собаки. А я вижу, как они убивают вас. Ой. Да мы ни стопа не можем, Дим. Тогда это и расчет, это же большая волна же по счету. Вы должны страдать. Так, отлично. Ого. Все, Дим, я использую секретное оружие. Ребята, это реально угар. Да, и я убил. А не, не успел. А вы чё? Дим, ты что, издеваешься? Я прямой наводкой с орбитальной пушки, только одну. О, я очистил случайно. Это была проверка, видите, сработало. Давайте еще дальше, поехали. Не собаки. Где мои собаки? А где они? А кто это? Ой. Ой. Это зебра. Друзья мои, привет. Это невидимые, да? Нет, они невидимые. Они телепортируются. А что со мной? Вот они. Мои маленькие. Их просто уже убили, Дим. Да не, не может быть. Они уже мертвы. Все сдохли. Их убили. Блин. Да вы за... Да как с вами играть? Вы чё мочите? Давайте тогда поставим. Дим, сделал смертельное комбо. Печеньки и скромники. Поехали. Согласен. Так, давайте скромников. Кто моё любимое оружие? Это армия какая-то. Мои игрушки. Дим, скажи, когда можно их убивать? Уже можете мочить. Что делаете? Вы психи. Дима, представляешь, мои игрушки убивают. Ой, я свои игры убил. Ты дурачок, как и я. Это ощущение, что арендовать нам больше не арендуют. Нам больше не дадут в аренду никаких. Больше платить за аренду. Чтоб я больше арендовал на свою голову. Потихонечку убиваем, пацаны, все получается. А вот он стоит, психует. На тебе, скотина такая. Сгораю. Да, говори. Это, мои игрушки меня убивают, представляешь? Все нормально, все сходится. О, давайте еще добавим веселье. Этого мало. Все, пошло. Орда пошла, превращающая всех в зомби. Ой. Я, наверное, пацаны немножко подсвалю и удалю их немножко. Я переборщил. Что вы делаете с Гаррисводом? Они идут за мной? Попытаемся выжить. Ой, я попадаю по нему. А, шаром не попадаю. Так, никого нету, никого. Будем гатить его по башке. Ой, лагает. Не лагает, это кажется тебе. У нас заставка. Да, нет, огромный. Есть. Родова шара не умирает. Ой. Что вы тут наделали? Вахханалисты. О, пусть зомби смерть делает, отлично. Давай, орда зомби, превращай всех. О, следующее выживание мы сделаем, если ролик наберет много тысяч лайков. С зомбаками, там где заражение. Есть только мод, когда заражается человек и остается тот же зомби. Только, наверное, оружие мы не будем использовать. Ого, у них жизни. Было. Отлично, разложил его. Че, пацаны, получается, сегодня мы победили, правильно?
Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, после моей ролики. Еще.